Первая неделя марта открыла новую страницу в истории проекта 200 и прихода строящегося на Ходынском поле храма преподобного Сергия Радонежского. Величественный собор увенчали все 5 сияющих куполов и золотые кресты. Вознесися на крест волею, тезо именитому твоему новому жительству. Событие для прихода радостное, и омрачить это чувство не смогли ни промозглая погода, ни многие часы ожидания. 2 креста уже установлены, и еще 2 буквально в ближайшее время будут подняты и установлены на высоту более 50 метров и будут видны из многих точек района. Обычно кресты устанавливают строители, но храм на Ходынке во многом родился благодаря усилиям прихожан, их вере в появление церкви, трудам, терпению. Долгих 12 лет люди молились под открытым небом. Поднятие крестов стало для них воплощением надежд и чаяний. Центральное установил настоятель храма, оставшиеся 4 – члены общины. Первый крест подняли 2 футболиста, профессионала, которые живут здесь на Ходынке. Это Кирилл Панченко и Кирилл Камбаров. Второй крест поднимают 2 жителя района, Сергей и Евгений, которые часто очень здесь бывают на территории, убираются, помогают, прикладывают усилия. Наверное, один из крестов, надеемся, поднимет своими руками внук Чкалова, Валерий Чкалов, который тоже очень лелеет и заботится о сооружении этого храма. И многие те люди, и спортсмены, и известные люди, которые живут в этом районе, принимают деятельное участие в строительстве храма. И самое радостное – установка крестов означает скорое завершение работ. Ну просто даже с визуальной точки зрения означает то, что уже скоро наш храм будет построен. Ну и с духовной точки зрения, то, что освящаются кресты, храм как бы начинает уже жить как храм, конечно, это очень важно. Возведение церкви на Ходынском поле восстанавливает историческую справедливость. В 1920-х годах прошлого века по решению Московского политотдела Красной Армии стоявший здесь когда-то воинский храм преподобного Сергия Радонежского был снесен. Новый гораздо меньше, но красотой предшественнику не уступает. Место для церкви выбрано очень удачно. Пусть не совсем там, где когда-то возвышался величественный собор, но зато быстро добраться до храма можно из любой точки района. Это первый храм в нашем районе, его, собственно, здесь не было, к сожалению. В соседних районах, да, есть храмы, нас окружают и Сокол, и аэропорт, и Беговой район. Во всех этих районах были храмы, а у нас храма не было. Очень много было проблем именно с выбором места, но место было выбрано очень хорошее и для жителей района фактически центровое место. А учитывая то, что вокруг прилегающая территория, она пока еще не освоена, можно так сказать, то впереди очень еще большая работа по благоустройству всей прилегающей территории, по созданию здесь парка шикарного, исторических ландшафтов, парк. Здесь, более того, уже заканчивается строительство станции метрополитена, и все прихожане, в принципе, могут выходить прямо из метро и попадать сразу в храм. Церковь на Ходынке строители часто называют трансформером. Действительно, по проекту трапезная, учебные классы и прочие подсобные помещения разместятся под одной крышей с храмом. В то же время при необходимости стены здания будут раздвигаться, объединяя все в единое пространство для больших богослужений. Это не просто храм, это целый комплекс. Можно сказать так, храм с духовно-просветительским центром. Все в едином комплексе. Жизнь на приходе кипит и бурлит, по-другому не скажешь. Различные мероприятия здесь проходят почти каждый день. Концерты, занятия, выставки – все своими силами. Как знаете, есть такая пословица – аппетит приходит во время еды. И вот многие идеи, они рождаются как-то спонтанно, тоже можно сказать. Почему это так происходит? Потому что на приходе проявляются и выявляются те личности, которые на себя берут какой-то спектр работ. Вот буквально мы не думали, что будем как-то развивать такое направление, как паломничество. А вот первое, второе паломничество, и вот буквально в ближайшее время порядка 60 человек записывается на то, чтобы совершить паломничество в ближайшие монастыри и святыни, которые находятся в Москве. То есть, конечно, нужно есть человек, который с энтузиазмом, с радостью занимается этим направлением, нужно его развивать.
Некоторые секции возглавляют известные спортсмены или деятели искусств абсолютно безвозмездно, по желанию души. Например, художественный руководитель первого театра музыкальной пародии в Москве Гия Гагуа. Совсем скоро при храме стартуют его курсы для маленьких артистов. С самого начала и танцы, и акробатика, гимнастика, пантомима, пародия. То есть еще и драматический театр, и актерское мастерство, еще и плюс и режиссерское развитие. Даст Бог, если получится у нас. Провести мастер-класс или организовать занятия при храме может любой желающий. Ему обеспечены помощь и свобода творчества. Есть идея, и она тоже воплощается потихонечку, это создание детского приходского оркестра. То есть есть человек, который профессионально занимается на этом уровне, и он хочет это делать. Ну, наверное, дать ему возможность, получится, соответственно, это будет то, что создаст некий образ прихода. Не получится, но никто за это и судить строго не будет. Но в любом случае, если есть инициативы, есть идеи, и есть люди, которые готовы под этим подписаться и профессионально, искренне работать, то, конечно, им нужно дать возможность. Приход вообще радушно встречает гостей, часто организует праздники для жителей района, отмечает важное событие общим чаепитием. Установка очень дружественная. Я не успел зайти, меня уже покормили. Я даже еще только-только приехали, нас уже и чаем встретили, и тепло. Но главное, новый храм очень быстро стал не только культурным, но и духовным центром района, его сердцем и душой. Люди, они все же хотят общаться между собой, да? Но когда радостные события, людей много, когда вот у человека что-то в душе не в порядке, иногда его не слышат. И человек имеет возможность прийти в храм и найти определенное понимание, да? Вот на сегодняшний день отец Василий создал такую ауру в нашем районе, да, и в храме, я думаю, в Большом Сергии Радонежском, и здесь в часовне говорил архангел, что люди идут сюда, и, вы знаете, они приходят даже, не то чтобы даже поделиться, а просто немножко прийти, постоять, зарядиться какой-то энергией и счастливыми уйти. Знаете, я считаю, что вот то, что произошло, это на самом деле счастье, это благо какое-то, которое пришло в наш район, и сегодня люди могут найти понимание и взаимопонимание. Малый храм, появившийся на участке чуть больше года назад, освящен в честь архангела Гавриила. Это небесный покровитель авиаторов. Посвящение церкви не случайно. Когда-то на Ходынском поле располагался первый российский аэродром. Сейчас об этом, правда, почти ничего не напоминает. Это, конечно, очень печально, потому что об истории этого места, Ходынского поля и Ходынского аэродрома, ведь... По-моему, если я не ошибаюсь, в 1931 году это место стало официальным аэродромом. Почему здесь у нас есть станция метро и аэропорт? Я думаю, что многие сейчас уже не задумываются об этом, что такое аэропорт, откуда здесь взялся аэропорт. А на самом деле здесь было действительно место вылета самолетов. Отсюда прокладывали многие линии, опять же, которые в Советском Союзе потом использовались и были гражданскими. Вот, здесь впоследствии в войну был военный аэродром. Вот, здесь, опять же, присутствовали и иностранные дивизионы, в том числе там, Нормандия, Неман. То есть сюда привозили Знамя Победы. Вот, сюда приезжали, кстати, иностранные делегации. И отсюда совершались вылеты, в том числе вот, с Молотом вылетал отсюда ПУСЭП. Несмотря на столь выдающуюся историю, Ходынское поле после закрытия аэродрома очень быстро обросло домами, торговыми центрами. И только недавно здесь появился памятник легендарному летчику Михаилу Водопьянову. Хотя изначально планировалось разместить здесь еще и музей, и аллею славы авиаторов. Бесспорно обидно, потому что забыть историю это несложно, собственно говоря. Вот вспомнить и восстановить ее проблематично. И то, что успели это сделать до момента, пока следующее поколение, вот уже подрастающее, собственно говоря, вспомнило, и, скажем так, ему рассказали о том, что здесь была колыбель авиации, это очень важно. То есть, как бы пройди еще несколько лет, и никто бы никогда не вспомнил о том, что, собственно говоря, отсюда был совершен первый взлет, в общем-то, первый. Человека, российского летчика. Давайте забывать тогда обо всем, собственно говоря, о том, кто построил Москву, собственно говоря, кто создал Россию. Начали забывать, что получаем. У нас проблемы на Украине, соответственно, возникают там и вокруг. Это все то, что мы просто забываем о нашей истории, в общем-то. О нашей нормальной человеческой истории людей, собственно говоря, которые жили, которые строили, которые отдавали свою жизнь за процветание страны.
Отец Василий делает все возможное, чтобы память о подвигах летчиков не была забыта. Аллея славы на Ходынском поле будет. Приход взял на себя миссию по ее созданию. В центре планируется разместить мемориал. Для разработки проектов община пригласила 10 архитекторов. Уже создано несколько эскизов. Здесь были еще оставались самолеты, которые, к сожалению, вот какие-то утрачены уже, а какие-то перешли в частные коллекции. Но это боль, это, к сожалению, факт, который уже нельзя изменить. А наша задача изменить все своими силами, хотя бы сделать то, что мы можем, именно для памяти, для того, чтобы нам самим, наверное, было не стыдно, что мы забываем наши исторические места, места важные для нашей страны. Оглядываясь на историю прихода, можно быть уверенным, что аллея и мемориал появятся, как поднялся и сам храм. Главное, считают прихожане, действовать, творить и не отчаиваться. Строительство вот этого храма, это и есть как пример вот этого храма в том числе, потому что... Находясь там, как-то думаешь, а как оно будет, получится, не получится, и какие-то там у кого-то сомнения могут появляться. Вот этот храм как раз показывает, то есть это пример того, что нужно как бы бороться до конца, и вот такая вот красота, как вот этот храм, будет стоять, то есть надо просто немного потрудиться нам. А в следующем выпуске мы отправимся на другую значимую площадку проекта 200 на улице Лобачевского. Здесь завершилось строительство храма святого благоверного князя Александра Невского. Поддержку работам на протяжении многих лет оказывало руководство Московского государственного института международных отношений. Историю прихода расскажем ровно через неделю.